боже мой. На какое дело хочу покуситься и в то же время боюсь. Всего боюсь, любого пустяка. Все в руках человека. И все он мимо носу проносит единственно от одной трусости. Это уж аксиома. Любопытно, чего люди больше всего боятся. А ведь нового шага. Нового собственного слова они больше всего боятся. А впрочем, я слишком много болтаю. Оттого и ничего не делаю, что болтаю. Пожалуй, впрочем, и так оттого болтаю, что ничего не делаю. Это я в этот последний месяц выучился болтать. Лежа по целым суткам в углу и думая. Думая о царе Горохе. Да так ли? Так ли все это? Неужели нельзя еще остановиться? И опять все переправить? И не ходить? Разве я способен на это? Разве это серьезно? Нет. Совсем не серьезно. Так? Ради фантазии сам себя тешу. Игрушки. Да. Пожалуй, что игрушки. И все-то он бормочет. Вот чайку попей. Хочешь чайку-то? Че, от хозяйки, что ли? Как же от хозяйки? Она вон в полицию на тебя хочет жалиться. Полицию? Зачем? Денег не платишь, с фатеры не сходишь. А черт. Не кстати. Дура она. Так дура-то дура. А ты что, умник, мешком лежишь? Прежде ты говоришь, детей ходил учить. Теперь по что ничего не делаешь? Я делаю. Что ты делаешь? Работу. Какую работу? Думаю. Денег-то много ли надумал? За детей медью платят, что на копейки сделаешь? А тебе чтоб сразу весь капитал? Да, весь. Забыла сказать. Письмо для тебя пришло. Письмо? От кого? Не знаю. 3 копейки своих почтальону отдала. Отдашь, что ли? Настась, уйди, ради бога, скорее. Милый мой родик, вот уже 2 месяца с лишним, как я не беседовала с тобой письменно, отчего сама страдала, даже иную ночь не спала, думая. Ты знаешь, как я люблю тебя. Ты один у нас у меня и у Дуни. Ты наше все, надежда наша, упование наше. Что было со мной и с твоей сестрой, когда мы узнали, что ты оставил университет за неимением, чем содержать себя? Но чем я могла с моими 120 рублями в год пенсиона помочь тебе? 15 рублей, которые я тебе послала 4 месяца тому назад, я занимала, как ты сам знаешь, в счет этого же пенсиона. Я знаю, маменька, я все теперь знаю, я прочитал. Зачем вы идете со мной? Ах, Роди, да разве я не знаю, как ты читаешь? Хвать туда, хвать сюда, лишь бы суть понять. Нет, маменька. Именно подробности я и запомнил хорошо. Как вы бедствовали с Дунечкой. Как она нанялась в гувернантке. Как господин Свидригайлов, этот клыщ, этот подлец стал к ней приставать. И представь себе положение честной девушки, которая согласилась на свидание с ним, единственно для того, чтобы убедить господина Свидригайлова оставить ее в покое и раскрыть ему глаза на безобразнейшую сущность его поведения как мужа и отца. И вдруг Марфа Петровна застает их вдвоем и устраивает Дунечке дикую сцену ревности. Я помню, маменька, помню. Побросали вещички в мужицкую телегу. Прогнали, как последнюю. Да, да, да.
Зачем ты звонишь Роде? Ты ведь сам знаешь, что там теперь никого нет. Господин Свидригайлов стал явно к Дунечке приближаться. Она написала ему письмо. Я, впрочем, писала тебе это. Не надо, маменька. Эти люди подслушивают. А, это Лужин их к нам приставил. Лужин? Да, жених Дунечкин, родственник Марфы Петровны Свидригайлов. Когда она узнала истину, то решила загладить свою вину и захотела устроить Дунечке на счастье. Счастье? Ну, благополучие. Конечно, господин Лужин не молод, но он имеет капитал. Хватит! Я все помню, вы писали. Но этого не бывать, маме, не бывать! Я знаю, для кого это все делается! Но я эту жертву не приму! Не приму, не приму, не приму! Не приму! Отмечает человека образованного и к напитку непривычного. Сам я всегда уважал образованность, соединенную с чувством, и к тому же состою титулярным советником. Мармеладов, такая фамилия. Позвольте спросить, служить изволите? Нет, учусь. Студент, стало быть. Или бывший студент. Я так и знал. Я так и знал. Опыт, милостивый государь, многократный опыт. Бедность не порок, это истина. И пьянство не добродетель тем паче. Но нищета, милостивый государь, нищета порок. Разорьте с простого любопытства. Изволили ночевать на Неве? На сенных барках? Нет, не случилось. А я оттуда. И уже пятую ночь. Забавник. Для чего не работаешь? Для чего не служите? Кольчино. Для чего не служу? Милостивый государь, а разве сердце у меня не болит, что присмыкаюсь в туне? Случалось ли и спрашивать взаймы безнадежно? Случалось. То есть как безнадежно? Заранее, досконально зная, что ни за что не даст. Зачем давать? Он же знает, что не отдам. И вот зная наперед, что не даст, и все же направляетесь в путь. Для чего же ходить? Бывает такое время, когда непременно надо хоть куда-нибудь пойти. К
когда единородная дочь моя по желтому билету впервые пошла. Ибо дочь моя по желтому билету живет. Раскольников, студент, был у вас тому месяц. Помню, батюшка. Очень хорошо помню, что вы были. Так вот, опять по такому же дельцу. Проходите, батюшка. Что вам угодно? Вот... Заклад принес. Так и прежнему закладу срок. Потерпите. Мое дело, батюшка, терпеть или вещь вашу теперь же продать. Рубля 4 дайте, я выкуплю. Отцовские. Я скоро деньги получу. 1,5 рубля и процент вперед, коли хотите. 1,5 рубля? Воля ваша. Давайте. Так вот, батюшка, коль по гривне месяц рубля, так за 1,5 рубля причитается с вас 15 копеек, да за 2 прежних рубля 20 копеек. Итого стало бы 35. Причитается вам за часы ваши получить 1,15 рубля. Вот получится. Я вам на днях еще одну вещь принесу. Серебряную папиросницу, вот как от приятеля врачу. Вот тогда и будем говорить, батюшка. А вы, Алена Ивановна, все дома сидите? Сестрица Лизавета Ивановна нету? А вам какое до нее дело, батюшка? Ничего особенного, я так спросил. А вы уж сейчас. Прощайте, Алена Ивановна. Прощайте, батюшка. Жаль вам теперь меня, сударь. Говори, сударь, жаль или нет? Чего тебя жалеть-то? Зачем меня жалеть, спрашиваешь? Да, меня жалеть не за что. Распять на кресте, а не жалеть. Ты думаешь, продавец, что Плуштов твой мне в сласть пришел? Скорби! Скорби я искал на дне его и кусил. И обрел. А пожалеет нас тот, кто всех пожалел. Всех и вся понима. Приедет и скажет, где честь, что мальчик и злой, и чахоточный, детям чужим и малолетним себя предала. Отца земного, пьяницу непотребного, пожалела. Скажет, приди, я простил тебе раз, прощаются и теперь грехи твои. Всех простит, и добрых, и злых, всех. Выходите, пьяненькие. Выходите, слабенькие! Все, все! И скажет, свиньи вы, образа звериного,
и печати его. Но приходите и вы. И припадем, и заплачем. Господи, да придет царствие твое! Вы были за это вам и порешили самолично. Приходите-ка завтра часу всему. Всему? Я к вам, Алена Ивановна, страху-то задала. Совсем вы как ребенок малый при ней. И сестра она вам не родная, а сведенная. А какую силу взяла? На сей раз, Алене Ивановне, ничего не говорите. Вот мой совет. А приходите, не просясь. Оно дело-то выгодное. И сестрицы ваши могут сообразить. А зайти? В седьмом часу завтра. И самоварчик поставим. Хорошо, зайду. Всему. Всему. Хорошо, зайду. Всему. 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 Дворик. Подвинь ведро. Да не балуй, ну что ты сам не можешь взять? Подвинь. Ну на, бери. Ну держи. Сюда, к свету. Да что вы? Кто вы такой? Помилуйте, знакомый ваш Раскольников. Вот, заклад принес. Я обещался на медне.
Что вы так смотрите, будто не верите? Будто не узнали. Я пойду к другим. Ну? Че ты, батюшка, так вдруг сразу? Что такое? Серебряная папиросница, я вам говорил в прошлый раз. Че ты, батюшка, побледнел так? Испугался чего-нибудь? Лихорадка. Поневоле станешь бледным, коли есть нечего. Что такое? В общем, серебряная папиросница. Посмотрите. Ты не серебряный вроде. Ишь, навертел. Да что это он тут такой навертел?
Зачем было время назначать? Сама же ведьма час назначила. А у меня крюк. Ну ладно, надо идти. Стой! Дверь-то отстает, если дернет. Ну, значит, она не на замке, а на крючке. Слышите, как брякает? Ну? Ну как же вы не понимаете? Чтобы запереться на запор изнутри, ведь надо быть дома. Понимаете? В самом деле, а какого же черта? Стойте. Давайте спустимся вниз к дворнику. Пусть он их разбудит. Ну, дело. Оставайтесь вы здесь, а я сбегаю. Почему оставаться? А мало ли что. Пожалуй. Тут очевидно что-то не так. Я же просил вас постоянно. Неужели вы не могли эти выжить? Черт его знает. Ну, срабел. Я говорю, срабел. Тут очевидно. Очевидно, что-то не так. Ну, глупо показалось стоять, понимаете? По-дурацки, да? По-дурацки, из конторы. Из какой конторы? По
полицию, значит, зовут в контору. Известно, какая контора. Зачем? А мне почем знать? Требует, иди. Никак совсем разболелся. Так не ходи, коль болен, не сгорит. Что это у тебя в руке-то? Шлахмотьев каких набрал и спит с ними. Ровно складом. Нет, я пойду. Сейчас пойду. Ура! Вы присели пока, Лидия Ивановна. Ижданка. Извините. Чего тебе? Обратитесь к письмоводителю. Подождите. Ну, что такое? Почему там дверь? Вы не понятно, что это такое? Понятие. Что тебе? Это по делу о взыскании с них денег. Все студент. А в котором часу вам приходить написано, милостивый сударь? Мне принесли всего четверть часа назад. И того довольно, что я больной в лихорадке пришел. Не извольте кричать! Я не кричу, а говорю весьма ровно. Не грубиянец, вы в присутствии! Вы в присутствии! Не только кричите, но и папиросу курите. Стало быть, всем нам манкируете. Это, простите, не ваше дело. Видишь, какой вылетел. Сокол ясный. Извольте-ка лучше подать отзыв по вашему делу. Денег не платите. Илья Петрович, а ты чертова кукла, блудня старая. Что у тебя произошло прошлой ночью? Опять позор? Дебош на всю улицу? В смирительную мечтаешь? Илья Петрович! Никакой шум и драк, господин капитан, никакой. Он пришел пьяный, еще три бутылка требовал. Ногами на фортепиано играл и кричал. Я на вас все газеты сатирки друг буду. Ну, а я что тебе говорил? Я что тебе говорил? Вот они каковы. Сочинители, литераторы, студенты, глашатые. Фу! А ты пошла? Я сам к тебе загляну. Тогда берегись. Я гром, молния, смерч, ураган. Опять закипел, еще с лестницы слышал. Да вот, господин сочинитель, то бишь студент, бывший, то есть, денег не платит, векселей надавал, квартиру не очищает, а сами изволили войти в претензии, что я при них папироску закурил. Вот они в самом своем привлекательном виде. Бедность не порог, дружище. Ну да что уж, известно, порох не мог обиды снести. Вы, наверное, сами на него обиделись и не удержались. И напрасно. Но и благороднейший человек. Но порох, порох, вскипел, вспылил, сгорел. И в результате одно золото сердце. Его и в полку так звали, поручик Порох. И какой еще полк был? Да помилуйте, капитан. Я готов принести извинения, если в чем со своей стороны манкировал. Я бедный больной студент. Но я получу деньги, у меня мать, сестра мне пришлют, и я заплачу. Все эти подробности до нас не касаются. Ну, уж ты жестоко, жестоко. Да что писать? Да вот по этому образцу. Я такой-то и такой-то подтверждаю правильность заемного письма и заявляю. А что дальше, ясно? Быть не может. Обоих отпустят. Все противоречит. Но зачем им дворника звать, если бы это их дело? На себя доносить, что ли? А для хитрости? Нет уж, было бы слишком хитро. Одного из них видели возле самых ворот. Оба дворника и мещанка, как он входил. А второй, этот Кох, прежде чем к старухе идти, внизу у серебрянника полчаса сидел. Ну, позвольте, как же такое противоречие? Сами уверяют, что дверь была заперта, а через 3 минуты, когда с дворником поднялись, выходит, что отперта? В том-то и штука. Убийца там сидел и заперся на запор. И непременно бы его там накрыли, если бы Кох не сдурил, не отправился сам. Он именно в этот промежуток и успел мимо их прошмыгнуть как-нибудь. Кох хочет русской молебен служить. Если бы, говорит, я там остался, он бы выскочил и меня зарубил топором. Что с вами? Вы больны? Да, голова. Говорите, что еще? Да все. Подпишись. А убийцу так никто видел? Да где вы это видите? Дом мной в ковчег. Дело ясное, дело ясное. Нет, дело совершенно не ясное.
Чем это вы больны? И давно больны? С вчерашнего. А вчера со двора выходили? Выходил. Больной? Больной. А куда? Позвольте спросить. По улице. Коротко и ясно. Уже еле дышит, а ты... Ничего. Ну, хорошо. Мы вас не задерживаем. Да ты что? Неужели так плохо? Да ты, брат, нашего брата перещеголил. Да ты болен? Знаешь ли ты это? Я пришел. Вот что. У меня уроков нет никаких. Я хотел бы... Впрочем, не надо уроков. Да постой, постой, чудо. Тогда на кой черт ты пришел? Очумел, что ли? Я пришел, потому что я никого не знаю, кроме тебя. И ты добрее других, обсудить можешь. А теперь я говорю, что мне ничего не надо. Да постой ты, трубочист сумасшедший. Уроков у меня нет, да это и не беда. На толкучем есть книга-продавец Харулимов. Он такие изданницы, естественно, научные выпускает. Вот перевожу с немецкого по 6 целковых за лист. Из исповеди Руссо какие-то сплетни. Хочешь, бери текст.
Бери 3 рубля и приступай. Кончишь лист, еще 3 рубля получишь. Со вчерашнего не ел. Целый день прошлялся, а самого лихоманка бьет. Настасья, за что били хозяйку? Кто бил хозяйку? Сейчас Илья Петрович, помощник квартального на лестнице. Кстати, что ты молчишь? Это кровь. Кровь? Какая кровь? Никто хозяйку не бил. Я сам слышал, я не спал. Поручик, помощник квартального, со всех квартир сбежались. Никто не приходил. Это в тебе кровь кричит. Вот когда и выхода нет, и запекаться печенками начнет, вот тогда и мерещится. Пить дай, Настасьюшка. Ты, брат, хорошо сделал, что очнулся. Что ты день едва ешь, пьешь. Нервный сдор. Паёк был дурной, мало пива и хрена отпускать. Вы кто? Чейс Афанасия Ивановича Вахрушина по просьбе вашей мамаши. Перевод. В случае, если состоите в понятии, с 35 рублей вам вручится. Вахрушин? Да. А, да, помню. Купца Вахрушина знает. Как же не в понятии? Вот только насчет расписочки следовало. Ну, царапай. Ну-ка, Родя, подмахни ему Раскольникова. Нам, брат, деньги теперь, пуще патоки. Не надо. Чего это не надо? Не надо денег. Денег не надо? Ну, это ты, брат, врешь. Не беспокойтесь, пожалуйста, это он так, опять, выезжирует, подпишет. А, впрочем, я и в другой раз зайду. Не-не, зачем? Вы человек рассудительный. Ну, Родя, не задерживай гостя, видишь, ждет. Ставь, я сам. Право, Родька. А теперь, брат, хочешь есть? Как ты здесь очутился? Ну, брат, это целая история. Когда ты таким мошенническим образом удрал от меня и квартиры не сказал, я постановил тебя разыскать и казнить. Ходил-ходил, расспрашивал. А потом решил, была не была, в адресный стол. И представь себе, в 2 минуты мне тебя разыскали. Ты там записан. Записан? Еще. А вот какого-то генерала Кобелева никак там при мне найти не могли.
Буду долго рассказывать. Дело надо делать. Здесь 35 целковых, 10 беру, часа через два представлю отчет. Бредил я что-нибудь? Еще бы, себе не принадлежали. О чем я бредил? Эвось, известно, о чем бредит. О чем бредил? Ну, не беспокойся, о графинях ничего не было. О цепочках каких-то, о сером камне, о дворнике каком-то. Бахромы какой-то для панталон просил со слезами. Обо всем или нет? Что делать? Забыл, как нарочно. Сейчас помнил, а вдруг забыла. Да. Уехать надо. В Америку наплевать. А ну как у них там стража стоят. Ну-ка, Настенька, вот вам два головных убора. Сей пальмерстон или сия ювелирная вещица. Как думаешь, Роди, что заплатил? Настасюшка. 2 гривны, небось, отдал. 2 гривен? Дура. Нынче за 2 гривны-то и тебя не купишь. 8 гривен, и то потому, что поношены. Соединенные американские штаны. Весьма сносные, хотя и поношенные. Ну, такова же жилетка, одноцвет, как мода требует. Ну, с бельишко и прочие одеяния. Сапоги каковы? Может, не в пору? А это? По этому чудищу восстановила размер. Из каких денег это все куплено? Вот тебе на. Давеча артельщик был от Вахруш. Мамаш прислал. А лет забыл. Теперь помню. 9 рублей 55 копеек. 45 копеек извольте принять. Остается нам 25 рубликов. Об уплате за квартиру не беспокойся. С хозяйкой твоей у нас полнейшая гармония. Кредит безграничнейший. Так, Настасюшка? Усахарил. Востроногий. А, Зосимов, наконец. Видишь, очнулся. Вижу, вижу. Ну-с, как мы себя чувствуем? Хорошо. Хорошо. Очень хорошо. Я здоров. Совершенно здоров. Очень хорошо. Ну что ж, все можно. Чаю, супу. Грибов да огурцов, разумеется, не давать. Говядины тоже. Ну что там болтать? Все прочь. Текстуру прочь. Завтра я посмотрю. Шевелить, пожалуй, бы не стал. Хотя немножко там увидим. Досада, а я сегодня как раз на Василия справляю. Хоть бы на диване полежал между нами, а? Ты-то будешь? Попозже, разве что ты там устроил. Да ничего, чай, водка, селедка. Пирог подадут, свои соберутся. Кто именно? Да дядюшка приехал, в 5 лет по разу видимся. Порфирий Петрович придет. Здешний пристав, следственный отдел. Правовед, ты знаешь. Тоже твой родственник? Самый дальний какой. Ну, там студенты, учитель, письмоводитель из участка. Заметов из полиции? Скажи, пожалуйста, что у тебя или у него может быть общего с каким-то Заметовым? Ой-ой-ой, какие мы брезгливые. Он же руки греет. Ну и плевать, и что, что греет. А как он за Родькой ухаживал? И дня отходя сидел. Он? Здесь? С ложечки поил, насчет бахромы весьма терпеливо выслушал. И дело общее у нас завязалось. Желательно знать. А я раз не рассказывал? Про убийство старухи-проценщицы. Ну тут красильщик теперь завязался. Да, про убийство слышал даже. Интересуюсь отчасти и в газетах читал. Лизавету-то тоже убили. Лизавету? Ну, Лизавету, торговку-то, аль не помнишь? Она еще тебе рубаху чинила. Ну что, красильщик? А тоже в убийцы записали. Сначала забрали этих, как их бишь, Коха и Пестрякова. Как же у нас все глупо делается, даже гадко становится. Да не горячись, ведь нельзя же. Да я на что злюсь? На рутину их пошлейшую злюсь.
Красильщик Николай принес заклад серьги золотые, но попросил два билетика, рубля то есть. Ну, конечно, заподозрили с надлежащими анерами его в часть. Но, однако же, улики-то существуют. Да какие к черту улики? Жали его, нажимали, признался. Ушел в квартире, где красили, за дверьми коробочка, а в коробке серьги. За дверьми? За дверьми лежала. Да. А что? Что с тобой? Чего ты там? Ничего. Задремал, должно быть. Ну и что же дальше? А что дальше? Они его прямо в убийцы теперь и записали. А свидетели все как один показывают, что они словно дети малые друг за другом гонялись, с визгом и хохотом. Ну, сходится ли подобное душевное настроение с топорами, с кровью, с грабежом? Странно, разумеется, но... А вещь точно из старухина сундука, доказано. Войдите. Родион Романович Раскольников? Вот он лежит на диване. А вам что нужно? Да, я Раскольников. Что вам? Петр Петрович Лужин. Я в полной надежде, что имя мое не совсем уже вам безызвестно. Настасьюшка, дай гостю сесть. Ваша мамаша... Ничего, ничего. Я так. Ступайте, ступайте. Ваша мамаша еще в бытность мою при них начала к вам письмо. Да знаю, знаю. Вы жених. Ну, знаю. Если б знал о вашем нездоровье, зашел бы раньше. Но хлопоты. Имею важное дело в Сенате. Не упоминаю уже о тех заботах, которые вы угадаете. Ваших, то есть мамашу и сестрицу, жду с часу на час. Приискал им на первый случай квартиру. Где? Весьма недалеко отсюда, дом Бакалеева. А, ну... Раз. Скверность ужасная, грязь, вонь. Да и подозрительное место. Штуки случались. Дешево, впрочем. Я, конечно, не мог собрать стольких сведений, так как человек новый. Настоящую, то есть будущую нашу квартиру теперь отделывают. А пока мест и сам теснюсь в номерах в квартире одного моего друга. Правда, что вы сказали своей невесте в тот самый час, как согласие от нее получили? Что больше всего рады тому, что она нищая? Потому что выгоднее брать жену из нищеты, чтобы потом над ней властвовать и попрекать ее тем, что она вами облагодетельствована? Милостивый государь, так исказить мысль. И я подозреваю, кто? Одним словом, это стрела, одним словом, ваша мамаша. Если вы еще раз одно слово о моей матери, то я вас с лестницы кувырком спущу. Слушайте, сударь, меня. Я еще с первого шагу разгадал вашу неприязнь, но нарочно оставался здесь, чтобы узнать еще более. Многое я могу простить больному и родственнику, но теперь вам никогда. Я не болен! Тем пачес! Убирайтесь к черту! Можно ли? Можно ли так? Оставьте меня все. Да оставите ли, наконец, мучители? Я вас не боюсь! Я никого теперь не боюсь! Прочь от меня! Я один хочу быть. Один. Один. Пойдем. Помилуй, да разве можно его так оставлять? Пойдем, пойдем. Из больницы, что ли, выписались?
Подай-ка все газеты за эту неделю, какие есть. Еще вчера говорил Разумихин, что вы все не в памяти. Хорошо вам жить, господин Донец. Кто это ваш шампанское наливал? Уж и наливал. Так выпили. Гонорарий. Всем пользуйтесь. Ничего, добрейший мальчик. Ничего. Последний номер раз. И водки прикажет. Чаю подай, на водку я тебе дам. Ну, воробушек, любопытен я вам. Любопытен. А вы газет читаете? Газеты. Ну, про пожары пишут. Нет, я не про пожары. Осознайте, юноша, ужасно хочется знать, про что это я читать собрался. Вовсе не хочется, я так спросил. А нельзя спросить. Что все? Ушки на макушке. Какая что макушка? После скажу. А теперь, милый, объявляю вам. Нет, не то. Сознаюсь. Нет, это не то. Показания даю, а вы снимаете. Да. Что читал, интересовался, отыскивал, разыскивал, для того и зашел сюда. Об убийстве старухи-чиновницы. Что читаешь? Что же в том? А вы любите уличное пение? Я люблю. Особенно в холодный темный осенний вечер. Непременно сырой. Когда у всех бледные и зеленые лица. Или когда снег падает без ветру, а сквозь него фонари. Не знаю, извините. Вы или сумасшедший, или... Или. Что или? Ну что, ну скажите-ка, что или? Ничего. Все вздор. А что, если это я старуху Елизавету убил? Разве это возможно? А, поверили. Совсем нет. Теперь будем когда-нибудь... Так, стало быть, верили? Ведь совсем вы нет. Так не верите. О чем вы говорили, когда я из конторы вышел? Зачем меня поручик Форев допрашивал после обморока? Сколько с меня? 30 копеек всего. Вот тебе еще 20 на чай. Видишь, сколько денег. Красненький, синенький, 25 рублей. Откуда? Вы знаете, что ни копейки не было. Ну, довольно. СКЗ. До свидания, приятный шаг. Пришла это она ко мне поутру, ранним, вся разодетая. Чего, говорит, ты передо мной лимонничаешь? Чего апельсинничаешь? Я, говорит, хочу, Тит Васильевич, отныне впредь в полной вашей воле состоять. Вот оно как. А уж как разодета, журнал. А что это, дяденька, журнал? Картинки раскрашенные. Из-за границы, кому как одеваться. Мужской пол все больше в бекешах пишется. А вот по женскому отделению такие, брат, суфлеры, что отдай ты мне все. Вам чего? Что тебе надо? Кто таков?
его вымыли. А крови-то нет. Какой крови? Старуху-то с сестрой убили. Тут целая лужа была. Да что ж ты за человек? Я? Да. Пойдем в контору, там скажем. Нам запирать пора. Замешкались. Уходить надо. А замуж любишь так и не сделал. Всяко бывает. Всяко бывает. Да нехорошо. Вот на месте есть. Вам чего? В контору ходил? Сейчас был, а вам чего? Там сидят? Сидят. Помощник Илья Петрович там? Да, было время. А вам чего? Фатеру смотреть приходил. Какую фатеру? А где работаю? Зачем, дескать, кровь отмыли? Тут, говорит, случилось убийство, а я, говорит, пришел нанимать. И в колокольчик стал звонить. Мало не оторвал. А пойдем, говорит, в контору, там все докажу. А кто ты такой? Я Родион Романович Раскольников, бывший студент. А живу в доме Шиля, в переулке. Спроси дворник, он меня знает. А вот взять, да и свести в контору. Пойдем. Да, и свести. А вам чего? Чего ты пристаешь? Что? Струсил в контору-то. Чего струсил? Чего ты пристаешь? Выжига. Да с ним толковать! Пшоу! И впрямь, выжига! Ну пошел! Пшоу! Чуден человек. Пьян, не пьян. А Бог его знает. Чуден нынче народ пошел. А все б свести в контору. А нече с ним связываться. Как есть выжига. Свяжешься, потом не развяжешься. Знаем. Грех-то какой, господи. Батюшка, как усмотреть? Да кого я гнал? Али не кричал бы ему. И ехал-то не поспешно, равномерно ехал. Это есть. Кричал ты, правда, три раза прокричал? В аккурат три раза, все слышали. Пьяный свечки не поставит, известно. И лошадей придержал. Так он им под ноги. А лошади молодые, дернули. Он вскричал. Они пуще. Вот беда. Я его знаю. Это станой чиновник, титулярный советник Мармеладов. Он здесь живет в доме Козеля. Доктора поскорее, я заплачу, вот. Вообразить себе не можешь, Полечка. До чего весело и пышно жили мы в доме у папеньки. Наш папаша был статский полковник. И уже почти губернатор. Прореху-то зашить надо. Взяла бы иглу и заштопала. Тогда еще из Петербурга приехал камер-юнкер, князь. Протанцевал со мной мазурку. Господи. Что это такое несут? Прекрасно. Куда его положить? Вот сюда, на кровать. Ради бога, не пугайте. Он переходил улицу. Не волнуйтесь, он начнется. Я велел сюда нести. Я у вас был, помните?
Я послал за доктором. Добился. Поль, беги скорее к Соне. Скажи ей, чтобы она точишь шла сюда. Дайте хоть спокойно умереть. Что за спектакль нашли? С папиросами. В шляпах. Войдите еще. Доктор, слава богу. Священника. Да не в суд или в осуждении будет мне причащение святых твоих тайн, Господи, но во исцеление души и тела. Видно, что он еще очнулся. Неужели никакой надежды? Ни малейшей. Он при последнем издыхании. Помилуй. Через 5-10 минут умрет. Причащается раб Божий Симеон в оставлении грехов и в жизнь вечную. Боже, помилуй всех нас грешных. Ныне отпущающий раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром, як увидисто очи мои спасения, твоей ежеиси уготовы к всем всех людей, свет сохранит. Идет, на улице встретила. Батерь Божий, спаси, сохрани, я стану вам детей. Святая Богородица, Бог, народа, тебя нечестно. Будь защитой и надеждой несчастья нашей. Боже, милости, дай мне силу. Укрепи веру мою. Помилуй меня. Бог милостив. Надейтесь на помощь Всевышнего. Милости не до нас. А это грех, грех, сударыня. А это не грех. Быть может, те, которые были невольной причиной, согласятся вознаградить вас хотя бы в потере дохода. Не понимаете вы меня? Да за что вознаграждать-то? Ведь он сам пьяный под лошадей полез. Каких доходов? От него не доходы, а мука была. Ведь он пьяница, все пропивал, нас обкрадывал, а в кабак носил. И слава Богу, что помирает, пытку меньше. Простить надо в предсмертный час. А это грех, сударыня, таковые чувства, большой грех. Ах, батюшка, все слова-то слова. Ты что о прощении говорит-то? И то простила. Не надо. Я знаю, что хочешь сказать. Кто это? Соня. Дочь. Прости. Теперь делать? Чем его хоронить буду? Чем я детей кормить завтра буду? Боже! Екатерина Ивановна, на прошлой неделе ваш покойный муж рассказал мне свою жизнь. Мы стали друзьями. Позвольте мне, вот здесь 20 рублей, кажется. Прощайте. Два раза пили много.
А, это вы? Умер. Был доктор, был священник, все в порядке. Не беспокойте очень бедную женщину, она и без того в чехотке. Ободрите, если чем сможете. Вы ведь добрый человек, я знаю. Как вы, однако, ж кровью замочились. Да, замочился. Я весь в крови. А кто вас послал? Сестрица Соня. Я так и знал, что вас послала сестрица Соня. Меня зовут Родион Полечка. Помолитесь когда-нибудь обо мне. И раба Божья Родиона, больше ничего. Всю мою будущую жизнь я буду об вас молиться. А там скажите, Родион Раскольников. Живу в доме Шире, квартира номер 14. Не забудете? Если что, я всегда приду. Так и скажите. Скажу. Ну, наконец. А я тебя обыскался. Эх, и ты прав, а? Слушай, разумейся. Я сейчас у мертвого был. Чиновник один умер. Я там все деньги отдал. Кроме того, меня сейчас обнимало одно существо, которое... Если б я и убил кого-нибудь, тоже бы. Одним словом, я там видел еще другое существо. С огненным пером. Впрочем, я забираюсь. Что с тобой? Голова немного кружится. Не в этом дело. В том, что... Грустно. Так грустно. Точно женщине, право. Знаешь что, провожу я тебя домой, а? А гости? Да черт с ними, с гостями. Настасья? Спит она давно. Да все равно. Прощай. Да я провожу тебя. Нет, я здесь хочу с тобой проститься и пожать твою руку. Прощай. Что с тобой, Роди? Ничего. Пойдем, будешь свидетель. Родя! Родя! Роденька. Боже мой, что это? Родя,
Что с ним? Воды. Что с ним? Дуня! Воды! Что с ним? Ничего, это обморок. Это обморок. Он очнется. Боже, что с ним? Конечно, маменька. Боже, что это? Ничего, это обморок. Это дрянь. Сейчас. Роди. Ну, Роди. Вот и очнулся. Ступайте домой с ним. До завтра, завтра все. Давно вы приехали? Вечером, Роди. Поезд ужасно опоздал. Но, Роди, я ни за что не уйду теперь от тебя. Я ночую здесь, подле. Идите. Да неужели же я не посмотрю на тебя после 3-х-то лет? Довольно, не мучьте, уйдите. Пойдемте, маменька. Мы его убиваем, это видно. Конечно, Настасья посидит, а я вас сведу. От вас мигом к доктору и тащу кротки. Пойдемте, маменька. Этот господин верно так сделает, коль обещает. Я, конечно. Здесь господин Раскольников живет. Раскольников? Ну как же. Он, дверь. В углу. И в 5-м этаже. Спасибо. Или я, или Лужин. Пусть я подлец, а ты не должна. Роди, Роди. Один кто-нибудь. Чего ты все подлецом себя называешь? Брат, совсем это не так. Я просто для себя выхожу, потому что мне самой тяжело. Ты лжешь, сестра. Неправда, не лгу. Я не выйду за него, не быв убеждена, что он ценит меня и дорожит мной. Что сама могу уважать его. А такой брак не есть подлость. Даже если бы ты и был прав, разве не бежал с твоей стороны так говорить со мной? Если я и погублю кого-то, только себя одну. Я еще никого не зарезала. Роди, что с тобой, Роденька? Господи! Да обморока довели. Дались вам эти обмороки. Странно. Из-за чего я так хлопочу? С чего есть крик? Да выходи ты за кого хочешь. Так ты решаешься, Роди? Что это решаешься? Да вот Петр Петрович пишет, что тебя не было у нас вечером, что он уйдет, когда ты придешь. Это не мне решать, а вам и Дуня. Дунька решилась. Я с ней вполне согласна. Ну что ж. Я приду. Я и вас прошу быть сегодня в 8 часов у нас. Маменька, я и их приглашаю. И прекрасно. И легче не лгать, не притворяться. Пусть его сердится. А знаешь, Роди, я забыла тебе сказать. Марфа Петровна-то умерла. Какая Марфа Петровна? Ах, боже мой, Марфа Петровна Свидригайлова, я писала тебе. Говорят, этот ужасный человек и был причиной ее смерти. Говорят, он ее ужасно избил. Откуда вам маменька об этом вздоре рассказывает? Но я не знаю уж, о чем и говорить. Ах, это вы? Я вас совсем не ожидал. Сделайте одолжение, садитесь. Маменька, это Софья Семеновна Мармеладова. Дочь того самого несчастного господина Мармеладова, который вчера на моих глазах раздавили лошади. Я вам говорил. Вы верно от Катерины Ивановны? Да. Она просит сделать нам честь быть на отпевании в церкви завтра, а потом уж прибыть к нам.
к ней на поминки. Она поминки устраивает? Да, закуску. Она вас очень велела благодарить, что вы вчера помогли нам. Без вас совсем бы нечем похоронить. Но неужели Екатерина Ивановна могла обойтись такими малыми средствами? Даже еще и закуску намерена. Гроб ведь простой будет. И все будет просто. Так что недорого. Мы давеча с Екатериной Ивановной все рассчитали. Так что и останется, чтобы упомянуть. Да, понимаю. Конечно. Что это вы мою комнату разглядываете? Маменька тоже говорит, что на гроб похоже. Вы нам все вчера отдали. Роди, мы, разумеется, вместе обедаем. Дуня, пойдем. А то мы тебя утомили. Да-да. У меня, впрочем, дело. Ты останься. Или, может, я отнимаю его? Нет-нет. А вы, Дмитрий Прокофьевич, придете обедать? Будьте так добры. Роди, прощай. То есть, до свидания. Не люблю говорить прощай. Прощай, Настасья. Ой, опять прощай сказала. Дуня, прощай. Дай руку-то. Вот и славно. Упокой, Господь, мертвых, а живым еще жить. Так ли? Ведь так? Хорошо сделали, что ушли. Он по делу спешил, пусть пройдется, воздухом подышит. Ужас у него душно. Господи, что за город? Этой девицы я тоже очень боюсь. Чего же? Предчувствие у меня такое, Дуня, ну веришь или нет, как вошла она, я в ту же минуту и подумала, что вот тут главное-то и сидит, совсем ничего не сидит. Какие вы с вашими предчувствиями, мамаш? Он только со вчерашнего дня с ней знаком. А теперь как вошла и не узнал. Вот увидишь, увидишь. Мне пора. Нет, Денисов Семен, у нас нет секретов. Это даже лучше, что вы здесь. Послушай, ты ведь знаешь этого, как его, Порфирия Петровича? Кто еще? Родственник? А что такое? Ведь он теперь это дело, ну вот, потому убийство-то ведет. Да, ну? Он закладчиков спрашивал, у меня там тоже заклады есть. Дуня на колечко да отцовские часы. Надо бы в часть заявить. Да не лучше ли самому Порфирию? Непременно к Порфирию. Идем сейчас же. Тут два шага. Да, пожалуй, идем. А он очень-очень-очень будет рад с тобой познакомиться. Я много говорил ему о тебе в разное время. И вчера говорил. Так ты знал старуху-то? То-то. Великолепно, брат, это все обернулось. Ах, да, Софья Ивановна. Софья Семеновна. Если вам теперь надо идти... И пойдемте. Я к вам сегодня же зайду, Софья Семеновна. Только скажите, где вы живете? На канаве, в доме Ресли, Капернаума. Тогда вам направо. Кстати, как вы меня отыскали? Да вы ведь Поленьке вчера адрес сказали. Поля? Ах да, Полечка. Это ваша сестра. Так я ей адрес дал. Да вы разве забыли? Нет, помню. Я бы вас еще от покойника слышала. Только тогда не знала еще вашей фамилии. А теперь пришла и спросила, тут господин Раскольников живет. Я не знала, что вы тоже от жильцов живете. Прощайтесь.
Карнаумова стоите. Он на желе вчера перешел. А я здесь рядом с вами. Как пришлось? Соседи. Я ведь всего третий день в городе. Пока, до свидания. А застанем мы его? Застанем, застанем. Это славный маг. Скептик, циник, на дело свое знает. Но одно дело, такое об убийстве разыскал, которое... Что с тобой, нехорошо тебе? С чего ты взял? Я-то ничего, а вот ты, брат, в каком-то необыкновенном волнении состоишь. В каком волнении? Ни в каком не волнении. Да ладно, заметно же. О, рожа как сладчайший леденец. Слушай, я когда пригласил обедать, ты даже покраснел. Ничего я не покраснел, врёшь. А ты про что? Ах ты, Ромео, это я сегодня перескажу. Вот маменька посмеется. Еще кое-кто. Послушай, послушай, ты о чем? Размажу. Да, зачем же, господа, стулья ломать? Казне ведь убыток. Извините, пожалуйста. Раскольников. Ну, помилуйте, очень приятно, и приятно вы так вошли. Ну, что же, Шон, и здороваться не хочет? Его вы не знаете, что он на меня взбесился. Я ему только дорогой сказал, что он на Ромео похож, больше ничего. Свинья. Значит, очень серьезные причины имел, чтобы на одно словечко рассердиться. Ну, ты, следователь. Ну, да черт с вами совсем. Шабаш. Все дураки. Вот приятель, Родион Романович Раскольников. Во-первых, наслышан и познакомиться пожелал. А во-вторых, дельце маленькое для тебя имеет. Пожалуйста, пожалуйста. Ба! Заметно! Ты здесь каким образом? Да вы разве знакомы? Давно ли сошлись? Вчера у тебя ж познакомились. На прошлой неделе ужасно просил, чтобы как-нибудь тебе, Порфирий, отрекомендоваться, а вы без меня снюхались. Где у тебя табак? Вещи мои стоят всего 5 рублей. Извините, что такими пустяками обеспокоил. Вам следует подать объявление в полицию. Известясь... А, впрочем, можно и ко мне. Известясь о том-то, объявляю и прошу. Это ведь на простой бумаге? О, на самой простейшей. Вещи эти мне дороги, как память тех, от кого достались. Признаюсь, я как узнал, очень испугался. Вот ты спорхнулся вчера, когда я засинул, взболтнул, что Порфирий закладчиков допрашивал. Ты, брат, кажется, посмеиваешься надо мной. Я согласен, что, может быть, уж слишком забочусь об этой дряни на твои глаза. А на мои глаза эти две вещицы могут быть вовсе не дрянь. Эти часы, которым грош цена, единственная вещь, что после отца осталась. Надо мной смеялись, но ко мне мать приехала. Если бы она узнала, что часы пропали, она была бы в отчаянии. Женщина? А к вам матушка приехала? Да. Когда же... Вчера вечером. Вещи ваши ни в коем случае не могли пропасть. Я уже давно вас здесь поджидаю. Что? Да ты разве знал, что и он там закладывал? Ваши обе вещи, кольцо и часы, были у меня под одну бумажку завернуты. А на бумажке ваше имя четко карандашом обозначено. Равно как число месяца, когда она их от вас получила. Как это вы так заметили? Я потому так, что, вероятно, очень много было закладчиков, и вам трудно было бы всех помнить. Вы, напротив, так отчетливо их всех помните. Ну, все закладчики теперь уже известны. Так что вы только один и не изволили пожаловать. Я не совсем был здоров. Слышал даже, что уж очень чем-то были расстроены. Вы теперь как будто бледны. Совсем не бледен. Напротив, совсем здоров. Я вон сморозил. Да до вчерашнего дня бред. Ты вчера чуть отвернулись, оделся и удрал. В совершеннейшем бреду, можешь ты себе это представить? Неужели в совершеннейшем бреду? Скажите, пожалуйста. Вздор, не верьте. Впрочем, вы и без того не верите. Да как же не в бреду? А зачем вышел? И почему именно тайком? Надоели они мне очень вчера. Я бежал от них в квартиру на ней, чтобы они меня не сыскали. И денег кучу с собой захватил. Он, господин Заметов, видал деньги. А что, господин Заметов, умен я был вчера или в бреду? По-моему, вчера говорили весьма разумно. Как раздражительный были уж слишком. А Никодим Фомич мне сказывал, что встретил вас вчера уж очень поздно в квартире одного раздавленного лошадьми чиновника. Ну, хоть бы этот чиновник. Ну, не сумасшедший ли? Последние деньги вдове отдал. Ну, хоть 3 целковых себе оставь. А то все 25 так отвалил. О. Может, я клад нашел, вот расщедрился.
Вы извините, пожалуйста, что вас таким пустячным перебором беспокоим. Надоели ведь. Помилуйте, напротив, напротив. Если бы вы знали, как вы меня интересуете. Любопытно и смотреть, и слушать. Я признаюсь так рад, что вы наконец пожаловали. Я вам правду скажу. Заинтересовала меня одна ваша статейка о преступлении, или как там у вас? Точно не помню, забыл название. 2 месяца назад мне удалось прочесть периодической речь. Периодической? Я действительно полгода назад написал статью по поводу одной книги. Но снес ее в еженедельную речь, а не в периодическую. Да, а попала в периодическую. Да ведь еженедельная речь перестала существовать, потому тогда не напечатали. Да, это правда. Но переставая существовать, еженедельная речь соединилась с периодической речью. И потому статейка ваша 2 месяца назад появилась в периодической речи. А вы не знали? Ну, помилуйте. Да вы деньги с них можете спросить за статью. Какой, однако, у вас характер. Браво, Роська, я тоже не знал. А почему вы узнали, что статья моя? Она буквой подписана. И через редактора. Я знаком. Весьма заинтересовался. Вот штука-то. И не скажет. Я рассматривал, помнится, психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления. Да-с. Но меня, собственно, заинтересовала некоторая мысль в конце. Будто бы существуют некоторые такие лица, которые не то что могут, а полное право имеют совершать всякие бесчинства и преступления. Для них будто бы закон не писан. Как? Вот в их статье как-то все люди разделяются на обыкновенных и необыкновенных. Обыкновенные должны жить в послушании, потому что они, видите ли, обыкновенные. А необыкновенные имеют право приступать к закону, потому что они необыкновенные. Так ведь у вас кажется, если не ошибаюсь. Да быть не может, чтобы так. Не совсем у меня так. Впрочем, вы почти верно изложили. Я намекнул, что необыкновенный человек имеет право, то есть неофициальное право, а сам имеет право разрешить своей совести перешагнуть через иные препятствия. Если исполнение его идеи, спасительный, быть может, для человечества того требует. Далее я развиваю, что все Ликурги, Магомета, Наполеоны и так далее до единого были преступниками, уж, конечно, не останавливались перед кровью. Если только кровь, иногда невинная, могла им помочь. Отсюда я увожу, что и все, не только что великие, но и чуть-чуть из колеи выходящие люди, то есть даже чуть-чуть способные сказать что-либо новенькое, непременно должны быть преступниками. Впрочем, беспокоиться нечего. Масса никогда не признает за ними этого права, казнит их и вешает, и тем исполняет свое консервативное назначение. А в следующих поколениях та же масса ставит казненных на пьедестал и им поклоняется. Ну, позвольте, их ведь не всегда казнят, иные напротив. Торжествуют при жизни. А да, иные достигают и при жизни тогда. Сами начинают казнить. Если надо. И знаете, даже большей частью. Вообще замечание ваше остроумно. Благодарю вас. Ну, вот что скажите. Чем бы отличить этих необыкновенных-то от обыкновенных? При рождении, что ли, знаки какие есть? Извините, во мне беспокойство практического и благонамеренного человека. Но согласитесь, если произойдет путаница один из одного разряда, вообразить, что принадлежит к другому разряду, и начнет устранять препятствия, как вы счастливо изволили выразиться. Но это весьма часто происходит. Это замечание ваше остроумие даже еще давешнего. Благодарю вас. Не стоит. Но примите соображение, что ошибка возможна только со стороны первого разряда, то есть обыкновенных людей, как я, может быть, не совсем удачно их назвал. По некоторой игривости природы, в которой не отказаны даже корове, многие из них любят воображать себя передовыми людьми, разрушителями. Лезть в новое слово – это совершенно искренность. Тут не может быть значительной опасности. Они никогда далеко не шагают. Право, нечего беспокоиться. Ну, с этой стороны вы меня хоть несколько успокоили. Но вот опять беда. Много ли таких людей, которые других-то резать право имеют? Я, конечно, готов преклониться, но согласитесь, жутко-с, если уж очень их будет много. А? Не беспокойтесь и в этом. Людей с новой мыслью необыкновенно мало рождается, даже до странности мало. Из 100 000 один гениальный из миллиона. А великие гении и завершители человечества, может быть, по истечению многих тысяч миллионов людей на Земле.
В реторту, в которой все это происходит, я не заглядывал. Но определенный закон непременно должен быть. Вы что, шутите, что ли? Морочите вы друг друга или нет? Ты серьезно, Роди? Ну, брат, если действительно это серьезно, то ведь то, что ты кровь по совести разрешаешь, это, по-моему, страшнее, чем по официальному разрешению кровь проливать. Законно. Совершенно справедливо. Страшнее. Не, ты как-нибудь да увлекся. Тут ошибка. Я прочту. Ты не можешь так думать? Прочту. Общество слишком обеспечено ссылками, тюрьмами, судебными следователями, каторгами. Чего беспокоиться? Ищите вора. На коль сыщем? Туда ему и дорога. Вы логичны. Ну-с. А насчет его совести-то как? А какое вам до нее дело? Ну да так уж, по гуманности-с. У кого она есть, тот страдай. Курс узнает ошибку, это ему будет наказание при каторге. Это просто, право не знаю, как бы поудачнее выразиться. Ведь вот вы, когда свою статейку-то сочиняли, ведь быть того не может, чтобы вы себя не считали человеком необыкновенным, в вашем-то, то есть, смысле. Очень может быть. А коль так, неужели бы вы сами решились, ну, там, ввиду каких-нибудь житейских неудач, перешагнуть через препятствие-то? Ну, например, убить или ограбить. Если бы перешагнул, то уж, конечно, вам бы об этом не сказал. Ну, так только для уразумения вашей статьи. В литературу только отношения. Позвольте вам заметить, что Магометом или Наполеоном я себя не считаю. И, следовательно, не могу вам дать удовлетворительного разъяснения о том, как бы я поступил. Полноте. Потому что у нас на Руси себя Наполеоном теперь не считает. Уж не Наполеон ли какой будущий наш Алена Ивановна на днях укокошил? Вы уже уходите. Очень-очень рад знакомству. А насчет вашей просьбы не имейте сомнения. Лучше всего зайдите ко мне сами, хоть завтра, часов этак в 11. Поговорим. Вы как один из последних там бывших... Вы хотите меня официально допрашивать со всей обстановкой? Зачем же? А, вы не так меня поняли. Видите ли, я со всеми закладчиками уже разговаривал. От иных отбирал показания. А вы как последний. Да вот, кстати же, позвольте, вы ведь в 8 часу там были? В 8. Так, проходя в 8-м-то часу по лестнице, не видели хоть вы во втором этаже в квартире-то отворены? Помните? Двух работников. Или хоть одного из них. Они и красили там. Красильщиков? Нет, не видел. Знаете, квартиры такой отпертой, что-то не припомню. Вот в 4-м этаже солдаты диван выносили. Они же меня к стене прижали. Красильщиков нет, не помню. Да что же ты? Да ведь красильщики мазали в самый день убийства, а он ведь за 3 дня там был. Ты что спрашиваешь? Ух, перемешал, черт возьми. У меня с этим делом просто ум за разум заходит. Совсем перемешал. Надо быть внимательным. Так, где он проживает? Винни. Кто? Студент. А, господин Раскольников. Вот дверь в углу. Да вот они и сами. Что такое?
Да что такое? Да какой ты вас спрашивал? Вы тут сошли, я показал, а он и пошел. Вы меня спрашивали у дворника? За что это вы приходите спрашивать и молчите? Убивец. Ну что вы, кто? Кто убийца? Ты убивец.